9 раз хлопнуть в голе. Я что-то подумал, блядь, раз миников не хватает, может зайти нахуй на этого, на Редрика нахуй. У тебя никогда? А ты кто вообще, блядь? Я никто из этого никак. Вот и тихо, блядь. Чмо, на тебе лидера. Ну, вроде не должно быть, когда. Голос твоей совести. Слава, на кого ты пошел? На Ретрика. Я думаю, он бабами насорился, кто что делает. Смотреть. Вроде нормально все, вроде через раз то пельмени ловят, то колбу, блядь. Я и потаунтить могу. Он это, он потом перед сном их смотрит, блядь, чтобы поплакать и быстрее уснуть. О, блядь. Тут мне, блядь, делать нехуй. Не знаю, я видео у Вайда включаю всегда перед сном. Засыпаю минуте на пятый. Блядь, скучно выходит, получается, да? Нет, я просто привык уже, наверное, лет 8 перед сном я что-то включаю. Я все документалки на YouTube пересмотрел, а у Войда там 1500 видео. Там 10 тысяч видосов. А, 10 тысяч даже, вот. Ну, Бывает да, только значит. иногда бывает просыпаюсь, потому что кто-то орет на видосе. Наверное, это слава. Тут такая же тактика, как в 10 гер. Бля, вот было бы проще, если бы люди хотя бы в 10 гер бы, блядь, его убили. Ей-богу. Я тут на днях смотрел стрим Никто в Каскулы. 10 гер не бил его. В смысле, никто, блядь. Если вы его не били, значит, что его никто не бил. А если люди убивали его в 10 гер, они хотя бы, блядь, понимают, что такое чума, блядь, и почему нельзя нахуй РДД, сука, разбегаться по всей комнате, как ёбаным, блядь, бараном. Там, если посмотреть, сколько народу умерло от чумы, блядь, на всех троих, на третьей фазе, вы охуеете. Но я видел там у нескольких игроков 2 стака было, кто и в там, кукле? по-моему, двух и трех 3 стака было. Труповоз, этот, поводишь босса, знаешь, да? Водить сюда под зеленого. Да. Все, ну, туда поводишь. Сюда, проверка. Блин, это я лагаю или это будет лагает? Это ты. Рядом ты, я нормально слышу. Надо каску ребафнуть и приста бафы. И инту. Так, мы все готовы, Дед Мороз, пей. Тут такая же, как 10 об, да? В 10, блядь, Герри. Тактика. Сука, тролль, блядь. Не, ну, Да, дальше 10, 10 гер, да? Не, серьезно, потому что как 10 Герри, да? Да, мы разбегаемся, блядь, только тут два, две ебаных слизня, блядь, а, тебе вся готовимся, хуйня, ты босса водишь. Такая же чума, а вся остальная что, хуйня. Да, фула не будем? Нет. Красным. Беги, малышка, беги. Чё, блядь? Чума, блядь, чума. Или рисы не стоит. Далеко. Блядь, надо хилить в этом войде. Он уже слабее будет.
Или листой квас. Пельмень будет. Пельмень только не встань. Это еще откуда? Берегите. Шуков бы будет, смотрите. Там на ДБМ пиздит. Ну, на танка лучше смотреть, куда танк отводит. Танк... Так это танк. Это я танк говорю, у меня ДБМ пиздит. Я говорю миликам, чтобы тебе отбегали. Теперь сильно на убьем. Нужно. Ну, две лужи в одно место. Ну ебать, это повезло, пиздец. Чё, падаем? Ну да. Берегите. На бомбу дисплей. Кайф. Holocast. У вас что, ДПС не хватает или что? Не-не, другой субстанции. Я серый? Просто мозга не хватает, блядь. Тут скорее лакерной субстанции не хватило. Да тут вообще хуйня какая-то. Я стоял, блядь, в трусах, нахуй, вместе с толпой и умер от чумы, блядь. Как... Да, что это не за хил? Да, нет, хилы моча. Волонеров нету. Чуму не за хил. Точно. Чё ж мы забыли, блядь? Так, своего нира нету. Я знаю, Аршамов не хватает. Я тебе твой. Дам, нахуй. Пришли поржать над нами, нахуй. Да нет? Не, я предлагал помочь. Нет. Может, я замотанный был, кстати, КЗ. Может, там два сейва отдавать, когда Т4 заканчивается, кто-то еще из палов шоп дал? Ну да, так и надо. После незыбки вами. Я не зыбку даю, когда у нас зеленая идет. Она 12 секунд идет. То есть, по идее, один раз откидывает, второй раз откидывает, на третий раз уже не зыбка закончена. Сейчас, короче, убиваем, там колба падает на хуево, блядь, давайте. Приступав, киньте. Чумовая. Колбу на рогу заберу. Мана, братан, мана. Я, блядь, маны больше, чем у паладинов, нахуй. Слава здесь не просто так. Пей, мороз. Мне кажется, Слава просто в конце нахуй его шотнет, нахуй с молота и все, блядь, скажет, заебали. Так, что у тебя там? 16-24, давайте дает чёт. 5, 4, 3, 2, 1. Так, да. Зеленого фермера. Не успеем. Успеем. Надо пиздеть. ДПС. Зеленый. Слава уже считает тайминги, заебись. Не. Я лох.
Зеленого помогаем. Милики, ну. Берегитесь. Пельмени отходим. Прямо вас летит, смотрите, осторожно. Сейчас еще одни полетят. Берегитесь. Возможно, еще колбу бьют. Смотрите под ноги профа. Колбу отходим. Оба отходим. Профа, пельмени смотрите, словите. Красно. Уже выходим. Красного добьем. Берегитесь. Пельмени. Ну, сука. Вставалку, юзы. Дохило. Профа бьем. Будем чума стопать. На танке. Будем стопать. Готовимся. Отошли от босса, стопнули. Слизня будем бить 3%. Берегись. Зеленый. Босса можешь отвести. Лужу пьем. Отводи босса, зеленого бьем, фул ДПС веселее. Захильте быстрее. Черепок, все сбежались. Быстрее, быстрее, быстрее спасти. Так. Да ебаный в рот, нахуй. Захиливаемся. Босса переводим 1%. Фул ДПС, ничего не стопаем. Берегитесь. Теперь мы. Пускай полежит. Быстрее в треугольник бежим. Чё, себя флешкой не хильнуть? Бамим сокру. Да. Шалина гимн на хп. Хотя уже добиваем. Выбегаем отсюда. Так. Сейчас после этого стака буду таунтить первый. Кого-то поднимать. Таунтил. Один есть. Забирай обратно. Значит, огнестойкого поднимай. Или? Сейчас так еще. Паралист. У меня еще пока КД. Так, два есть. Паралист огнестойкого. Так, еще один есть. РДД ближе, фронт. Фу, зах... Да ебаный в рот, нахуй. Литр пива, готовься таунтить. Хорошо, Равис 3 стака, забери танк. Давай, Равис, еще 2 стака. Берегитесь. Давай. Два есть. Главное, ага, не сдохни. Еще один. И литр пива повторяешь такую же хуйню. Потом второй танк уже дотанчит. Литр пива следующий, готовься. Готовься. 4 секунды. У меня нет стаков на танке, по-моему. Два. Забери.
литр пива, ну. Проебала. Ну, проебала уже, ты проебала. Берегите. Блять, есть кто-то нахуй? Литр пива, давай, не проебись. Пельмени не словите. Пиздец, второй танк забери, второй танк быстро забери, блять, второй танк. Блять. Все, Дед Мороз, один стак. Литр пива, готовься. Один стак хотя бы забери. Готовься. Таунти, таунти, ебаный в рот. Блять, пиздец. Ну нахуй, у тебя лагерь бы пиздец. Быстро, массакру, все гимны на хп, даем. Литр пива, ну стаунти один. Блять, ну три на нем. Четвертый нельзя, он сдохнет. Мы сдохнем все. Эх, пизду, нахуй. Хуй объяснишь, блядь. Либо у тебя лаги охуенные, ну да это залупа ебаная. Пизду, блядь. Нету нахуй людей, которые могут, нахуй. Вот мы огнестойкие, нахуй. А Казик ты где был, блядь? Хули ты молчишь вообще? Сука, ты бы позабирал лучше. Ой, блядь, пиздец. Литр пива, скажи, что лаги у тебя никогда не таунти больше. Или что? Почему так трудно? Ты же видишь эту полоску, блядь, 10-секундную. Не трудно вроде. Блядь, где там кого резнуть? КД, это 15 секунд. Да, 15 секунд. Похуй. Я стану раньше. Ну, значит, задержка, нахуй. Ну, пролагивает. А у тебя у самой вот есть эта полоска? Можешь это самостоятельно делать? Или как? Почему не получается-то, блядь, попасть? Ну, меня не надо слушать. Ты смотри свою игру. У тебя как лагает. Я хуй знает, как у тебя там на экране. Да-да-да. Ты смотри, Discord, он отстает от игры секунды на 2-3. Ну, это зависит от интернета. Скорее от носителя. То есть у меня телефон, у меня отстает. А, ну с телефона да. Да хули хорошего рейда, блять, все нахуй. Какой рейд? Казик тоже сидит, молчит. Блять, вроде скиллованный тип, нахуй. Че нельзя подойти, сука? Сейчас бы убили, блять. Включить микрофон, дайте я потаунчу, нахуй. И все, и потаунтил, блять, молча, нахуй. Как некоторые делают. Казик, ГЦ, блять, хули. Шем сделал, не таунтишь нихуя. Увидишь, у нее лагает, она хуй чувство унтит. Вот мы, два пала, и ты, блять, мы бы сейчас затащили рейд. Че, зайти локом будет? Или не надо? Ну, заходи, хули. Че зайди. Один БР, нахуй. И 10 локов, нахуй. Мечта лича, нахуй. Три лока в вальках и все, и валь, и это лич переведен, блядь. На 40%. Бля, на один БР это хуево. Ну хули не дохнуть, просто надо. Короче, всем. Давай, Ром, лич. Давай, пока. Сбежал. Сбежал, под шумок. Меня проключило или вначале с меня стаки скинулись почему-то? Не знаю. Что, мне казалось, что у меня уже три, а потом смотрю опять один. Ну, блядь, кстати, вопрос, Слав. Чё? Эти стаки скидываются, бабу? Не знаю, блядь. Можно попробовать, когда танк наберет 3 стака, от дивана в него дать. Кому-то из паладинов. По-моему, там... По-моему, давали диваны, но он захиливается. Не знаю, как сейчас работает. Скидывание стаков любым способом его хилит. Понял. Диван смерти даст хил. Диван не смерть этого, блять... того на ком стаке, а диван на того на ком стаке тоже откидывает, хиливает.
Ну то же самое, что значит умер нах. На цирку или диваны кидали. Прикольно было. Ну бля, ну тут чисто, блядь, только просто стаунтить, блядь, и все, и ну как бы, блядь, убить босс. Лока ребафните, пристабал своим ту. Ну бля, 300 айки надо, чтобы стаунтить во время. Все, готов, все да, бафы есть вроде. Дед Мороз пику. Бами там ресы как-то ману, их знает, клятву нужны. Чё там? Чё, я поем еще, посижу, чего? Ёбаный зоопарк. Кризайт, старт пула, 19 тысяч маны. Да хули ей в паладине, блядь. Чё порезать да, ещё? Чё даёт чё-то? 5, 4, 3, 2, 1. Зеленого бьем. Мини полетели. Кого бы поставил? Берегите. Еще пельмени полетели. Сейчас еще кого бы будут. Кого бы отошли. Красный объем. В кубазе. Мини. Кубы отошли. Падаем? Да, там и пельмешки вижу, блядь, все в одно, нахуй. Че-то было, нахуй.
Слава. Можешь со следующего КДГ повести, пожалуйста? Да кто говорит? КВК с драконом. Давай ты будешь мне говорить, а потом накидывать. Нет, я попросил, я не указал. Ты не умеешь? Ну, ты не видишь, кто косячит? Я хуй знает. Я тоже хуй знаю. А можно вопрос, почему, блядь, такой медленный прохил милипати? В какой момент? Когда да, блядь, зеленый? Вообще постоянно. Просто, блядь, постоянно у нас милишники 4 секунды стоят фуловые. Я бы захилил, блядь, но я не могу. Я ДЦ. У вас типа... один хпал там нахилил, что-то 500к. Типа, чё за прикол, блядь? Ну, бами там... милипати всё время на пол ебало? Бами там, я хуй знает, может, интернет вылетел, хуй знает. Бами, блядь, как дела у тебя? В смысле? Так бами в соло хилил, но второго и ну хпал не хилил. Ну, как я вижу. Наоборот. Ну, Киризай до 460к захилил. Может, Киризай, наоборот, вылетел? Ну, а что за вылетел? Я смотрю, всего 623к хила, и все. Ну, она написала, что сервис вырезил. А, вот, видишь. И типа, блять, от пельменей. Давайте нахуй вы. Вот этот дракон. Ты на освоении, ты за что ГП хочешь кидать? Ну кидай. Давай ты мне будешь говорить, кому я буду кидать. Только что это даст? Люди уйдут с рейда и все. Ну куда мы будем так, блять, постоянно вайпаться? Ты уверен? Блять. Что, блять? Ты уверен в этом? Не на 100%, но, блядь. Ну, вот, а я уверен. Я не первый раз прихожу тратить с нуля. Это сейчас у людей получается, ну, не очень. Потом будет лучше и лучше. Ты же не сразу научился все нормально делать. Даже какое-то время должно пройти. Мы здесь всего 2 часа. Не, лучше завтра не начнут. Начнут больше просто ныть. И минус мораль пойдет нахуй от лишнего ГП. И это хуета. ГП надо давать там, где ты уже вот зазубрил, блядь. И проебался, расслабился. Вот, допустим, леди мы убиваем, да? Нормально. Если, ну, 1-2 вайпа, хуй с ним. Если на третий уже вайп идет, все, ГП за духом. Вот это я понимаю. На ловушках, допустим, на личе, когда мы играли, ну, я посмотрел, ну, 5, там, 6 раз попадали в ловушках. Убили лича, там, не знаю, с 10-го трая, там, с 7-го. Потом на следующее КД, там, на 2-е, на 3-е КД, на 4-е убийство. Только на ловушке кто улетел, ГП, нахуй. И все, и тогда уже нормально кидать, когда люди знают, от чего они умирают. Тут ситуации дохуя, давай все разбирать. Во-первых, времени на это нету. Ты говоришь ГП вести. ГП вести, я тебе не робот, блять, который ГП будет накидывать именно за косяк. Этот косяк еще найти надо. А тут ситуация дохуя, блять. То баг с чумой, блять. За это ГП не надо давать. А так можно, блять, всем понахуярить и будет хуйня. Надо думать. Уважаемый, 5 варлоков, дайте шкаф, там 2 людей сумонить надо. Они просто жребий тянули, кто шкаф ставит. Да, бля, реально. Получается, Киризайц пул, что ли, вылетел? Он на 500 тысяч нахилил, и потом, видимо, её выкинул. Угу. Я уже думал, бля, ебанём, нахуй. Проверка. Ну уже чувствуешь, да, подкрадывается, бля. А, ебать, есть комнатство, просто да, у меня уже. Да нормально, типа, все должно быть. Просто вывести, блядь, до последней фазы из этого унтить. Казик, ты это в диси там подай какой-то знак мне, блядь, что ты слышишь меня. Попизди там или напиши что-то в рейд. Потому что я не хочу, чтобы литр пива таунтила, она вместо унтит нихуя. Блять, его здесь нет, что ли? Казик, блять, отзовись, сука. Не, есть здесь, но он притушен на этот микрофон.
Ёбаный урод. Ну хоть бы в рейд написал. Я вон пишу в рейд. Может, отошел? Проверку. Ёбаный покос, блин. А мне вон ответ. Полоску нахуй. Открываю стрим нахуй. И делаю себя так же, блядь. Все открываем стрим, сука. Вот там полоска, гайд нахуй. Открываем нахуй, ёбаный ДБМ, блядь, свой. Вот он нахуй. ДБМ, блядь. Даже я нахуй, который там раз в полгода бываю, блядь. Настройки нахуй. Где боссы? Боссы нахуй. Потом чё? Сука. Чумодельня нахуй. Потом профессор Мерзоцеп нахуй. Потом чё, блядь, вниз спускаем? Нет, не то. Выше. Выше, выше, выше. И там... Нет, не то. Так. Мутируешь и чума. Нажимаем плюсик нахуй. И смотрим. Нихуя себе. Галочка стоит. Объявлять количество стаков. Это хуй с ним. Так, подожди, не то нахуй, да? Вторую тоже надо вроде ставить, вот это. Ну, это этот, отчет, да, вот смотри, видишь, написано. Да, но удобно тогда. Галочка, что там, роль, блядь, нет, отчет времени до восстановления мутирующей чума, 10 секунд, вот видишь, носит урон раз 3 секунды всему рейду, вот 10 секунд, вот эту хуету поставь вся, поставил, у меня ДБМ... Конфликтуция донами не открывается. Ёбаный в рот! Что же тогда делать? Литр пива, ты тут? Релоуд. И все вопросы решены. Ну, да, кстати, может помочь. Блять, вся надежда на тебя, короче. Ну не стаунтишь, нахуй, будем ждать других миликов, которые придут в рейд и стаунтят. Ты сможешь можно поставить мне, кстати, эту галочку? Он в чат написал, прочитай. Этот... Похуй, казик не открывается, насрать вообще за то, что им есть. Этот самый литр пива. Ты сможешь эту галочку себе поставить, видеть эту полоску и дать таунт под свой FPS так, чтобы босс, повернувшись на тебя, дал стак на тебя, а не на танка? Иначе мы обосремся. Короче, похуй. Хотите таунтите, хотите нет. Поебать вообще. Там еще можно двух улипалов напрячь по руфу. Подумать, ну, а чё не так? Самое время, блядь, халипалов напрягать. А то, что рейд дамага получает сколько, блядь. А они будут таунтить и... Один таунтит, второй хилит. У нас тут всё-таки 5 хилов. Не знаю. Когда уже идёт вайп рейда, там не поможет, что эти два холипала хилили, когда не надо было. Пей куку. Как там, блядь, можно напрягать вообще кого угодно, блядь. У меня был бы таунт на Honda T, я бы потаунтил, блядь. Ну, извините, нету. Если от этого зависит, убьется босс или нет, да и хули бы не потом у тебя ебаную, сука, холи пали. В котором, блядь, жмешь одну ебаную кнопку. Даже как я в ДЦ, блядь. Сейчас вон мы с огнестойким первые потаунтим, нахуй, по 3 стака. Потом, блядь, тебе оказику скажу, потом пиво буду означать, да. Да и отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Уже выходим. Cast.
дебафы смотрим. Казик. Бан на сокро. Погнал. Пельмени отбегаем. Тут сколько сдох еще, да? А, вылетел. Вылетел. Или Казика леса. Еще колба будет скоро. Там красный этот, как он называется? Вставалку юзай же. Колба, отходим. Че с жуки вставалка у тебя? Ого, хуб мастер еще пришла. Берегитесь. Смотрите, пельмешки. Зеленый будет. Вижу, выходим мильки. Мильки в РДД бежим, только в пельмени попадите. Привет, холокин типы, что ли? Вот черепах сбегаемся. Пушистый пилот, беги. Смена каста. Смена цели, точнее. Отойдите. Берегитесь. Смотрите, перемешки летят. Свинка влепи, может цацать ее этой инер. Если есть через. Там же бог. Падать. Да не залупа, один БР, нахуй, столько смертей, вылет еще, блядь. Возвращайся на сову. На хули толку? БР, блядь. О, как неожиданно. И миликов опять 5 штук. Так-то похуй, но БР, блядь, треть не спасет. Ну, по сути, да. Че-то я заебался, нахуй. Трайт, нахуй. Чё у нас там?
На один драйв время-то есть. Сидят в библиотеке. Так, сегодня что, понедельник? О, подожди, вторник, да? Сука. Чё, завтра кто не придёт на Ульду, сразу скажите. А, меня не будет, я завтра в ночь работаю. Не, ну, работает там без вопросов. Я имею в виду, кто именно не придёт. КВК, Экзодракон, КД. Да, Дракон, я знаю, был с нами. Ульду открыли. Открыли, ёбану. ПП ради чила. Только мне не пиши ничего, вот это там, делать нехуй, вот эту хуйню не пиши. Никакие не принимаются аргументы. Да ему-то что, он даже не в нашей гильдии, блядь. Ну, похуй. Он, ну, видишь, не кто? Не, он, ну, он осквернитель времени, блядь. Он оскверняет, нахуй. Чего, Денчик, тебя из-за этого в Ульду не возьмем, нахуй, ты лох. Блядь, придется не идти, что поделать. Заебись, мне прям вот мне интересно, вот ты вот из расчета чего спрашиваешь? Один из 15 человек в Ульдуаре сидело. Давай, по-моему. А было что, 10 сидело? Все тут плаваем. Не, ну можно, если, блядь, идти не хилить, то я, может, даже приду, блядь, потыкую со Салином на хубосов. Поору, блядь, в Дискорд, сука, я сейчас умру. Потому что я, блядь, реально вьетнамские флешбеки ловлю, блядь, со своей неудой. Мне хуево в ней, блядь. Там освоение такое, нахуй, сейчас там приходишь 1-2, 1-2, и все, босс упал. Да понятно. Алкалол. Приставал. Визакс. Да это, блядь. Пей куклу, Дед Мороз. Проблема в том, что перед Ульдой Хэм вам в любом случае надо будет всем закрыть нахуй обычку, блядь. Хотя бы посмотреть на боссов, блядь. Это как раз не проблема. Проблема Ульды Хэм — это уже то, что они там нарисовали. Ну. Так, даю отчет. 3, 2, 1. Я себе, блядь. Что он там будет? Это он багается. Скользит, типа, какого-то Джексона. Убегаем. Блять, кайф. Ну глаз я стрелял, блять. Так, называется. Слизняки. Колбы там поставятся. Мини. Еще сейчас пельмени прилетят. Туда объявить. Вот прилетели. Уже выходим. Еще колбы, блин, поставим.
можно или она будет цель? Ну, дрейд только один. Поздравляю, Шалина. Я зависла. Я понял. Поздравляю. Не, везли, реально везли. Берегитесь. Пробуем так. БР опять через 7 секунд. Она зависла, может она висит. Не-не. Развисла? Да, у меня на пару секунд зависла. Не туда ведешь лизни. Блок милик. Блять. Понятно, РДДшник. Ты думай хоть, чтоб милики бьют, блядь, слизняем, надо к боссу вернуться, бить босса, иначе мы, блядь, нахуй тут не нужны. Берем зеленого. Поднимай ее. Поднимай. Не вставай сразу, пельмени. Че, вставай. Как раз на объем. РДД по боссу побольше дайте еще. Будем переводить после. По боссу все фул. Босс этот, слизи не умрет. Фул по боссу много. 4%. 10 секунд. 0%. Нормально успеваем. 1%. 13, да, гимна мама? После. Ну, нормально. Встаем. Треугольник. Блять, ёбаный в рот, нахуй. Чё случилось? Да так, нихуя, нахуй. А чё вы все выбежали? Это следующий таргет был бы все равно, а тут всё, добили. Короче, первый буду таунтить. Сейчас вот один уже словил. Так, готовься. Да, вот в один стак все станьте. Вообще все. Забрал. Берегитесь. Халокет, на себя метку, у тебя ассист там был. Жуки, сука, не лови пельмени. Забрал. Угу. Да, видать, забагался у него фрейп. Потом разбагается. Так. Третий есть. Огнестойкий давай. Ну, хоть у меня ДПМ сломался, зануньте когда. Блять, охуеть. 3 секунды, 2, 1, таунти. РДД в одну точку в трусах, встаньте. 2 секунды, ты унти. Ага. Три секунды, РДД. 2, 1, ты унти. В колбу не встаньте. Так, следующий, Казик, готовься. Казик, готовься, от 1.30 метров. Ты унти, Казик, ты унти, Казик, ты унти, Казик, ты унти, Казик. Хорош. Не словил, да? Бамми. Бам словил. Казик, готовься. Таунти. А он умер. Казик умер. Пизда, блядь. Хорошо, на трупопроводе 2. Бьем. Еще второй танк есть. Фул. Это самое, на третьем стаке просто танк заберешь. Фул ДПС даем. Все сейвы на рейд, все сейвы, массакры, все отдали. Забирай этот самый Дед Мороз. И просто на трех стаков добьем. Просто с пельменей, главное, выйдите. Хильте. На хп дайте все быстрее гимны, нахуй. Уже. Иначе босс захилится. Слушай, выйдите там.
Хуярьте, хуярьте, хуярьте. Да ну нахуй. Я вас верил до конца. Бля, РДД, а где моя прошу. Колба, нахуй? Алло, нахуй. Какая-то колба, у тебя там была нервная. Тихо лежит. Там, нахуй. Сука. РДД, прошу, блять. Ну, пожалуйста, сука, на третьей фазе. Ну, кучнее. Нахуй вы с чумой выбегаете друг от друга. Они растягиваются просто. Ну, по всей комнате это шок. Если честно, элементарно. Я не знал, что мне же делать с этим. Видно. Я, кстати, не знаю, почему. Но в 25 гер у нас он Влад на себе эту ебаную, блядь, метку ставит, она нахуй с него снимается каждый день. А когда слетает, просто он ставит на себя метку, типа... Ну, там этот самый, там ДБМ ставит жилуну вот эту ебаную, это чума, нахуй прыгает, видишь, каждую секунду она прыгает. Так просто до этого на Халоке, да, ты постоянно метку ставил, она буквально через 10 секунд уже слетала. Да похуй, похуй его, блядь. Просто ну, надо просто, блядь, на какую-то сову или на какую-то модельку примерную ориентироваться. Че там, кому токен? Руку тут раз закидывали, надо кого-то апнуть. Казик? Ну, на Казика. Шаман, что-то. Забей, я сегодня вообще, блядь, не могу. Ао, ты начал говорить? Да, блядь, у меня фризануло так, я, блядь, сейчас пельмень съел и сдох, нахуй, охуенно. Миралис, короче, закидываю. Сейчас да, что, можешь синдру? Нет, поставь ГБ, Миралис, я тебе 3DS дам. Какая нахуй синдра, вы чё, блядь? Синдра, ребят. Дайте, блядь, ГБ кто-то. На, на. Поставил. Да, 25-й, у всех ГБ есть, никто поставить не может. Так. На, открывай. Те же с ДСом, да, открывать, или ты Т-10 хочешь, что не вкурил? Ну, Т-10. Т-4 ему. Бля, кстати, да на самом деле нас спас их пал пиздец. Он забрал один стак чумы и просто вывез, так можно сказать. Ну, это про в тему о том, что хпалом надо там. Ну я старался, бля. Красава, красава. Так, ну что думаете, все или нахуй, ну. На синдре я, конечно, кринж, нахуй то, что я видел, бля, это пиздец. А вы уже троили? Да, да, если это можно так назвать. Ну так, бля, или находили? Или еще нет? Чего? Щели находили или еще о, нет? О, ебать, там, блядь, человек 6 щелей нашло, нахуй, сразу одновременно, нахуй. А, в одно время даже? Сильно. Ну чё, хватит на сегодня, давайте чилить, хули. Сейчас, только не ливайте среди часы, пойдем. Давайте чё, блядь, первый раз всё-таки, ну, блядь, 200, нахуй, хули. С нам только от него. Вот. Ну хоть за помощь соточку бы накинул. Хотя полтосик. Ну хотя полтосик. Лям слизней, блядь, надамажил. Топ 3 ДПС. Получается не вагон? Угу. Да, это после среза будет накидываться. А, этот окей. Самый... Да я не в тебе, этот самый, блядь. А, да. Там, короче... Я продумал такую хуйню, прибавить 10 тысяч ЕП ночникам, вот. И у кого есть возможность из ночников играть, типа, в этом, в сибирском рейде. А, может, не надо? Вот. Обращайтесь, вот. Но надо будет это делать перса отдельного какого-то. Ну, одним и тем же не походить, потому что, типа, и там рейды одинаковые. Ну, если какой-то перс есть заряженный. А у тебя он во сколько идет? С 16 до 20. Блин, я там с работы только выхожу. Не, ну если ты с 17, там хуй с ним тоже. Есть челики, кто приходит там на час позже. Слон, а ты бами не делал стартовое начисление ЕПшки? Не, у меня на шамане они. Да, ему надо объединить, наверное. Ну да.